Всем привет, 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 дорогие зрители. Вот и пришла пора собрать первые зеленые помидоры. Я соберу только нижние все вот эти помидорки, которые отвисают к земле. По идее, надо собирать самые нижние помидоры, чтобы с самим растением было легче. Сыночка это все прекрасно знает, все прекрасно понимает, надо их собрать. Иначе они долго не будут краснеть, потом могут полопаться. Обычным растениям не хватает сил накачивать все помидоры, которые у нас имеются. Когда я ставлю верхние помидоры, верхние, растениям будет легче не накачивать, а наливать наши помидорки. Со мной Нюшка вон. Так, ну что, начнем с нижнего ряда. Я взял такой тазик. Тазик, думаю, немаловато будет. Думаю, что нет. Буду их снимать. Помидоры. Получается, вот такие помидорки у нас. Ну, сейчас будем идти делать. Это надо сделать, это не просто на умных, по умным книжкам написано. Сыночка не читает умных книжек, но я думаю, в интернете тоже пишут. Написывают. Им просто тяжело. Тяжело. Чтобы они не лопались, не трескались и не портились. Сейчас посмотрим, сколько мы с вами соберем вообще помидорок. Да, Нюшка? Нюшка со мной помощница. Помощница моя. Так. Я ставлю здесь два больших, которые у нас свисают. Пусть они растут на максимум. Мне просто интересно, до какого они размера вырастут. Помидоры, помидоры, помидорки. Так. Только нижние мы с вами идем собирать. Ой, здесь висят целые грозди, чтобы не портились у нас. Им просто тяжело. На веточках, смотрите, какой помидорка. Смотрите, интересно, да, помидор? Вот такой помидор, смотрите. Сердечко. Да, чем не сердечко? Помидорка интересная. И там внутри тоже нам надо все подсобрать. Именно нижние ряды, иначе им не хватит сил, не хватает. Иначе им не хватит силёнок. Сколько есть у нас, столько мы соберем. Так. Мышка пришла. Мышка. Ты тоже помощница? Там смотреть, тут смотреть. Вон там смотреть. Пойдемте сюда. Ты мне тоже помогать пришел. Как бы мне поудобнее здесь пристроиться для помидоров-то. Для помидоров.
поломанный у нас, который был, тоже дал свои плоды. Помидорки, помидорки. Помидорки вкусные. Да? Да? Помидорки. Помидорки. Помидорки вкусные. Так, как мне сюда залезть-то? Как мне сюда залезть? Надо с самого низа собирать их, иначе никак. Иначе просто никак. Мыша, не той шкуры, а объектив. Чего у вас за мода постоянно шкурку тереть? Постоянно тереть шкурку. Мышка, мышаша. Так, эти пока не трогаем, так, какие не трогаем, эти наливаются, прям к земле и по земле. Эти вверху. Эти наливаются. Эти тоже. Стоим. Тяжело. Ну-ка, мыша, не три шкурку. Не три шкуру, не ходи. А штатив. Сейчас домой загоню. Один завалил. Штатив. Да, ты еще. Мышка, ругаться буду. Ну что за мода у вас за такая кошачья? Что же у вас за мода за кошачья? Чаще такая. Так, здесь пусть наливается. Наливайся. Так. Сейчас с той стороны обойду. Надо лучше смотреть. Да? Нюшка. Что у нас здесь? Целые грозди. Так, этот оставляем, эти убираем. Ты помощница моя? Помощница. Так, этот на земле уже. Ой, там на земле. И там на земле нужно убрать. И там он. И там, и там, и там. Ну, какие формы. Так. И тут на земле уже лежат под большим весом. И тут. И тут, и там. И тут, и там. Я не все выдергиваю. Я смотрю, которые поменьше. Да, мышка, тяжело, тяжело помидоркам. Тяжело нашим помидоркам.
Тяжело. Наливать это все действительно тяжело. Действительно тяжело наливать. Так, вот это у нас висит. Пусть висит. Эти тоже висят. Смотрю, где там лежит все. Угу. Так, здесь у нас лежит. На земле опускается. Да. Прямо на земле. А на земле нам не надо. На земле нам не нужно, чтобы лежало. Ну что, дальше ползем. Поползли-ка мы дальше. Сюда обойдем. На ветках оставляю. На которые лежат, я соберу. Каких только помидорок нету. Красота-то какая. Тихо. Ой, чё кошки? А? Туда-сюда, туда-сюда. Необычный какой, да? Вот это сам помидор вот такой. Нарос помидора. Где-то здесь я не углядел. У нас на земле. На земле, на земле. Помидорки на земле. Чтоб туда долезти. Вы помощники мои. Помощники мои. Помощники мои. Вот так вот долезем. Долезем. Так, эти пусть пьют. Так, а вот эти уже нам надо брать. Вот эти нам надо уже убрать. Да? Да, кошки. Кошки. Эти я оставляю. Большие оставляю. Пусть они до какого максимального размера дойдут. И сверху оставляю. Поползли сюда смотреть. Ну, конечно, уже на земле свис. Свисает, потому что груздев много, они сами по себе и небольшие, но не поползаешь, не по это, не поползаешь, не полопаешь, да, Нюшка моя. Нюнюшка моя. Где-то я все-таки проглядел. Это я все-таки проглядел. А нет, не проглядел.
Так, чё? Ползлите туда еще смотреть. Пусть сидят. Пусть сидят. Сейчас пусть наливается. Помидорки, помидорки. Наши с вами помидорки. Так, дальше сюда. А мыша туда-сюда ходит. Бродит. Да, мышка? Где у нас? Да я вижу, вон там, а там. Там, а там. Я вижу. Где тут еще у нас? Так. Этот пусть у нас сидит. Да? Эти пусть у нас сидят. Так, грозди большие. Нижние мы. Мы же только нижние убираем. И все с вами. Мы убираем с вами только нижние помидорки. Чтобы они не это. Не все нижние. Не все. Остальные пусть сидят. Остальные пусть у нас сидят. Так, ну что, набрал я вот такую таз помидор. Помидоры, помидоры. Помидоры пусть краснеют, это все снизу. Как, чё, кошки, сидите. Большие там внутри вот такие. Грозди все я оставляю. Здесь пара сидит. Там, кстати, внутри там большие еще я оставляю. Эти оставляем. Эти оставляем. Эти оставляем там еще. И внизу, и вверху. Так, что? Вот такой тазик у нас с помидорками. И с той стороны еще оставляем. Просто убрал нижнее. С вами была Нюшка. Нюшка, вон у тебя сидушка. Такие помидорки у нас получились. Ну, получились. Все. Какие есть. Там еще их много собирать, по идее. Ладушки, с вами была Мышка. Сынулька-красотулька. Всем мира, добра, удачи. Везение. Всем пока-пока.